В России больше не будут строить жилье эконом-класса. Однако это не значит, что теперь квартиры будут элитными. По предложению федерального Минстроя вводится понятие «стандартное жилье». Эпоха одиночных многоэтажек закончилась. Люди выбирают не квартиры, а целые районы, в которых созданы комфортные условия. Нынешние стандарты качества, которые используются в многоквартирном домостроении, устарели. Минстрой России объявляет международный конкурс дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки. На основе лучших примеров комплексной застройки, в которой входят не только жилье, но и социальные объекты, создадут проекты повторного применения для тиражирования по всей стране. Ожидается, что уже в феврале 2018 года будут определены 20 финалистов, каждый из которых получит на доработку проекта 1 миллион рублей. Весной планируется объявить победителей конкурса.